23-й слет людей с ограниченными возможностями посвящен 80-летию образования Орловской области. Региональный департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства старается регулярно проводить такие фестивали. Эти мероприятия нужны не только для того, чтобы реабилитировать в соответствии с видами спорта наших подопечных, но и для того, чтобы они развивали коммуникативные услуги, коммуникативное общение. Крикет, дартс, фигурная езда на коляске. Участники пробуют свои силы во всех видах спорта. Для Валентины Прасовой это не первый слет, а четвертый. Орловчанка ежегодно приезжает в сентябре. В этом году решила сделать исключение. Все нравится, везде хочется себя попробовать. Я и в кольцебро занимала призовые места в дартсе, так что, особенно когда, как говорится, призовое место получше, это как-то поддерживает. О воле к победе и несломленном духе здесь говорить неуместно. Елена Карасева, инвалид детства, в Богдановском доме-интернате живет более 40 лет. Читать люблю, фильмы смотреть. Это я животными увлекаюсь. Помимо этого, старается вести активный образ жизни и регулярно принимает участие в подобных слетах. Завершился фестиваль, церемония и награждение. Победителям вручили призы и памятные подарки. Наталья Чунина, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».